Вы смотрите обзор товара биопрепарат Септик, 90 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Септик применяется для канализационных систем со смывом водой. Может применяться в системах с искусственной подачей воздуха и без нее. Разлагает мочевину и другие отходы жизнедеятельности, моющие средства, туалетную бумагу, жиры. Уменьшает и разрыхляет жировой налет внутри канализационных труб и систем. Уменьшает запах. Способ применения. Для канализационной системы производительностью 1-3 м³, в сутки использовать один пакетик каждые 2 недели. Порошок высыпать из пакетика в раковину или унитаз и смыть. При необходимости дозу можно увеличить. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.